Всем привет, ребята! Вы на канале 2А42. И я сделал, конечно же, лабораторию. Вот такую лабораторию. И тут прыгать можно. Вот так. Я сделал лабораторию свою личную. Сейчас вам покажу. Опа. Вот этот домик — это лаборатория. Заходим. Вот такая вот лаборатория. Вот. Тут даже громко. Можно вот так вот спрятаться. Я не могу. Подскакали. А, да, вот это больше. Все, уберем. Или порядок. Такой большой головы. В принципе. Ну, такой мой дом. Ну что, давайте дальше продолжать строить домик, лабораторию, если говорить как-нибудь побольше. И вот сюда ставим всякие разные блоки. Вот сюда, вот сюда, конечно, вот сюда. Обычно я не желал, конечно же, поставить блок. Чакаю. Что-то не понятно. Возможно. А. Вот здесь. И вот здесь. Давайте дополняем. Вот здесь, вот здесь. Дальше ставим изумруды. И ставим, конечно же, точка изумруды. Эти изумруды всякие. И все, почти все. Поставим. Ставим. Вот так нужно. И вот здесь, конечно же, то же самое. Давайте делать! Дальше, 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 дальше. И почти мы уже сделали все. И осталось нам вот тут вот буквально. Вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Ну, конечно, далековато. Конечно, да. Ну, уже не совсем далековато. Вот сюда, вот. Теперь можно, конечно же, все, приступаем. Конечно же, крышу делаем. Нужно же проводить, конечно же. И вот сюда вот все ставим. Опа-па-па-па-па. Вот сюда. И все вот, конечно же. Вот сюда. Ставим, мы поймем. Конечно, ставим. Вот, а, точнее. Сюда ставим все банки. Я как будто кружусь. Вот так вот, когда я поставила, сделал целый банк. Вот так вот делаю. И вот сюда. Оп. А как же его писать? Вот этот час мы заполним. Ну что ж, там ставим, конечно же, только блоки. Изумрудные. Так, 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 так. Вот сюдашеньки, конечно, забабахаем. Так. Сюда, 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 сюда. Да,
Хотел, да. И вот сюда, конечно, напихаем. Ну, походу показал. Вернее, окна делать. И сейчас заходим. И тут, чего тут? Я тут окна. Делали. Окна важны. Пойди. Потолки. Если в основном гуляют. Кто? Правильно. Зомбари. С паучками. Там могут быть зомбари, на которых... Тут пауки, на которых... Такие, как они называются? Скелет, вот, точно. Все остальное, все остальное. Идеально. Теперь нужно дверка в лабораторию. Понимаю. Третья дверь. А, вот тут. Где вот эта дверь? Пошли, нашли. Нашли, не знаю. Вот сюда и вот там. Так, факелочки! Тут мы не забыли про факелочки. Вот. Они очень красивые. А я вот тут факелочки. Меня тут больше интересует. Сейчас факелочки мы найдем. Факелки, не прячьтесь. И все равно вас найду. Так, где вы ее уже? Где? О, хотелки, вы не найдете. Чела. О, чела. И где они? О, где это есть туман? Ага. Что-то не видно хотя бы. Наконец-то, неужели? Ой, не факелки нам нужно было. Не факелки там. А где вот эти вот штучки? Вот эти вот. Ай! Эти вот. Давайте вот эти вот. Смотрите, такое. Ну, тут вот больше вообще видите. А, ладно. Нужно нам лучше найти фонарики. И где же эти фонарики? Она не прячьтесь. Фонарики. Пришли прячьте фонарики. Фонарики. Наконец-то. Мы нашли фонарики. Фонарики. Да. Первый фонарик. Второй фонарь будет висеть. Вот. Все, фонарик мы установили. Теперь нам бы не помешало отдохнуть. Все, давайте успеем встать калачиком. Прямо ночью. Все, успеем, успеем. И еще раз. О, наконец-то утром. И что же теперь мы делаем?
поставил моторные блоки. Нам первое нужно это стулья. Подмостики. Подмостики. Прикольные подмостики. И они у нас будут стоять эти названные подмостики. Так, я взял дырочку. Случайно. А подмостики зачем? Что-то непонятно, зачем эти подмостики. А вот тут вот где-нибудь есть батут. Батут, ты! Да, вот точно. Батут. Вот чего мы будем изучать. Всякую броньку. Вот. А потом вот тут вот. Так, у нас тут будет бронька. Ну что, давайте дальше. И давайте броньку весить. И у нас бронька где же находится? Берет броньку. Бронька. И вот это вот. Так. Опа. Вот эти вот штаники и ботиночки. Шлем, значит, нужно. Ставим шлем. И снова выглядит. Опа. И да, ну у него, конечно же, у них будут оружия. Как же без них? У них будет оружие этот птицу. Насколько на 9 уровней? Нормально? А что? Нормально. Такой сильный. И где же у нас вот эти вот штучки? Ой-ой-ой. И можно называется найти штучку. И где же у нас? Вот этот блок спизи. В конце мы на нем прыгаем. И где же у нас это? Это штучка. Ну, пробуем искать эту штучку. Я уже скоро сам забуду. Эта штучка даже как выглядит. Ой, штучка. Ну ты можешь найтиться. А, штучки, блин. Будем, значит, сами ее искать. Так. О, тут уже смотрели. Где вот эта штучка? Штучка. Да. Штучка от нас ушла. Такая вещь. И мы ее не можем найти. Спасибо. Где эта штучка? Наконец-то нашла. О, штучка. И нашла на щупальце. И вот туда. Вот, все, вот готов. Так, и дальше у нас, конечно же, идут палочки. Вот эти палочки хочу поставить. Вот тут листочком.
вот эту вот штучку. Я вот что-то, кажется, делаю. И убираем. И так делаем. Поставим мы капрал. Ой. Все ломаем. Что мы тут натворили? Вот эта вот штучка даже не хочет помочь. Как бы говорится... Ну, штучка, сломайся. Ну ладно, пускай она тут будет. Даже не мешает. Вот так вот тут будет. Вот так вот подходишь. Тут маленькая будет раздевалка. И передевалка. Вот как я им сейчас. Сейчас будем прыгать на большом. Как бы блок слизни. Да-да. Точно. Это блок слизни. И у нас. Вот. Ложим его сюда. Опа! В нем же можно прыгать высоко. Да. Как же прыгать высоко? Сейчас я попробую за эту мышечку. О, что нужно было сделать? Ладно. Сюда вот. Во! Сейчас улетим высоко. Вот тебя не бить. Все, летим, летим. И летим. Что мы так подпрыгнем? Вообще жесть. Смотрите внимательно. Ну чё, прыгаем? Раз, два, три. Вау! Yeah! А, прыгушки! Так. Летим вверх. Летим, 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 летим. Там мы подпрыгнем до облаков. Ну что? Солнышко, привет! Все летим, баба! Вот это да! Вау! Все. Ну, вот такое видео сегодня было. Я взял такую лабораторию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Марк. И вы на канале 2А42.